44 борца от 7 до 20 лет приняли участие в 6-м ежегодном турнире по вольной борьбе, посвященном памяти Вадима Гирейханова, основателя и первого президента Федерации спортивной борьбы в Ненецком округе. Турнир по вольной борьбе памяти Вадима Гирейханова традиционно проводится в мае. Заявиться на участие в нем могли все желающие, что и сделали ребята из Дагестана. Муратбек Абдулкаримов впервые в Нарьян-Маре, на турнир его пригласил дядя. В свои 19 лет юноша уже одержал много побед. Первое место на первенстве России, неоднократное чемпионство Дагестана, победы на международных соревнованиях. Дядя меня привел. Для начала я как бы молодой был, да, приходил в спортзал, там играл, то все. Ну потом уже дядя потянул меня в спорту, да. Ну мне понравилось, да. У меня цель достать олимпийский чемпион, все. Для этого я тренируюсь. Среди окружных спортсменов свои силы в вольной борьбе пробовали студенты аграрно-экономического техникума, социально-гуманитарного колледжа и школьники. Еще приглашали Северодвинска, но они уехали на международный турнир, не смогли приехать. Я думаю, в последующем география турнира будет расширяться. Участвуют ребята из года в год. Я думаю, популяризация борьбы растет. Много ребят приходит сейчас молодых, школьников в секцию. Всего же на турнир памяти основателя и первого президента Федерации по спортивной борьбе Вадима Гирейханова заявились 44 спортсмена. На протяжении нескольких часов борцы отстаивали право считаться лучшими в своей весовой категории. К слову, всего их было 11. Все победители получили кубки, медали и дипломы. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север».